Доброе утро! Сегодня на завтрак предлагаю побаловать себя сладеньким и приготовить вкусный чизкейк с жареными мандаринами. Для этого нам понадобится 85 граммов песочного печенья, 50 граммов растопленного сливочного масла, 150 граммов творожного сыра, 100 миллилитров 30% сливок, 20 граммов сахарной пудры, 1 чайная ложка тростникового сахара, 1 чайная ложка ванилина, веточка тимьяна, 1 мандарин и 1 лимон. Первым делом натираем цедру лимона на мелкую терку. Берем 85 граммов печенья и измельчаем его в глубокой емкости. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошенько перемешиваем. В отдельной емкости смешиваем сливки и сахарную пудру. Взбиваем их венчиком до появления легкой пены. Добавляем творожный сыр, цедру лимона и ванилин. Перемешиваем до однородной консистенции. В стеклянную форму высыпаем крошку из печенья и немного утрамбовываем ее. Сверху выкладываем крем и отправляем в холодильник. Тем временем на разогретую сковороду со сливочным маслом выкладываем дольки мандарина, посыпаем тростниковым сахаром и добавляем немного тимьяна. Обжариваем несколько минут на среднем огне. С жареными мандаринами украшаем готовый охлажденный чизкейк и наслаждаемся великолепным вкусом нашего блюда. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!